чемпионы. У меня новая страна, новый интересный старт по триатлону, на этот раз в Бахрейне. Вы смотрите YouTube-канал W. Половинка Ironman в Бахрейне. Вперед! Я триатлет! Экспо стандартное, все есть. Форма питания, обслуживание велосипедов. В общем, все как обычно, все в наличии. Друзья, распаковка стартового пакета. Дают вот такой вот замечательный рюкзачок, а в нем не менее замечательная кепочка, вот такая. Больше в стартовом пакете ничего нет, только стандартный конверт с наклейками, стартовым номером, шапочкой для плавания. Но вот что интересно, я буду выступать под номером 919, и обратите внимание на возрастную категорию 45-49. Это при том, что я стартую по своему слоту. И это очень удивительно, потому что я, честно говоря, гораздо моложе вот этого вот возраста. Но я спросил у ребят на регистрации, они сказали, что у них какой-то сбой произошел, ничего страшного, поэтому все окей. Ну, честно говоря, немножечко, конечно, обидно. Даже здесь, в Бахрейне, все свои. Да, привет, Беларусь, Беларусь, привет, привет. Ну что, как ожидания от старта? Какие планы, цели, задачи? Завтра первая половинка, собственно говоря, поэтому максимум надо будет получить удовольствие. Надо будет с Юрой посоревноваться. Мы все же в футбол соревновались одного возраста в разных командах, поэтому будем сражаться завтра. Все свои здесь. Да. Главное получить удовольствие. Все получить правильно. Удовольствие. Удовольствие будет полные штаны, я уверен. Красавец, да. Все получится. Транзитка, постановка великов. Около 1000 участников будет здесь завтра выходить на старт. Все готовы, все супер, все классно. Готовимся. Дистанция классическая на половинке Ironman, 1,9 км плавания, 90 велосипед и 21 бег. По кругам на плавании один круг, что интересно, на велосипеде тоже всего один круг и на беге 4 круга. Развешиваю пакеты в транзитке. Кстати, обратите внимание, что когда оставляете пакеты на ночь, и возможно пойдет дождь, поэтому завязывайте их вот таким образом, чтобы если дождь пойдет, вода не попала в пакет, ну, потому что чтобы там не лежало, в любом случае, пускай оно лучше будет сухим. Все, велик поставил, пакеты повесил, чип получил. Отдыхаем и готовимся к гонке. Ну все, чемпионы, увидимся завтра на старте. Доброе утро, чемпионы. Сейчас 6:30 утра, я уже в транзитке. Старт здесь ранний, 6:30 уже начало. Ну а сейчас готовимся и скоро стартуем. Гонка в Бахрейне считается довольно быстрой. Здесь ровный велоэтап, на беге тоже нет никакого набора. Ну а сейчас с самого утра гуляет такой хороший ветерок. Даже волна я вижу в этом заливчике, где мы будем плыть. Поэтому легко точно не будет. Да, было действительно нелегко. Забегая вперед, скажу, что старт здесь оказался очень даже непростым. А лично для меня, можно сказать, и неудачным. Что пошло не так и в чем причина не самого успешного выступления, я расскажу в конце этого видео, поделюсь своими мыслями и размышлениями, а вы сможете впитать мой опыт и научиться на чужих ошибках. Поэтому досмотрите это видео до конца. Ну а мы продолжаем. Все, в пакеты положил, чего не хватало. Транзитка, кстати, здесь довольно компактная, что очень удобно. Ну и все круто. Ну, конечно, друзья, не забываем про ориентиры, чтобы не заблудиться в транзитке, когда будете искать велик. Это очень важно. Good luck! Всем удачи, все красавчики! Сделать фотку не только после финиша, но и до. Обязательно. Как настрой, ребят? Ну, нормально. Все хорошо? Красавцы, это мощь. Удачи. Старт огонь. Ну как, готов? Готов? Огонь. Готов. Готов как никогда. Какая задача? На подиум. Все получится. Все красавцы, все готовы, заряжены. Вот такая вот атмосфера здесь царит. Красота!
Вот, а вы говорите, в Бахрейне суровые законы. Вон мужчина натирает мужчину вазелином. Все как должно быть, все как в Европе. Красота. Sorry, can you help me? Welcome to the families, welcome to the friends, welcome to our spectators. Thank you, good luck. Thank you. Ну, как обычно, каждый помогает каждому. Это триатлон. Здесь все друзья. Друзья, не забываем одноразовую тапочку и в транзитку перед плаванием, чтобы ноги не подмерзли. Это очень хорошо. Ну как, ребят, готовы? Супер, супер. Все, всем легких ног. Давайте. Крафтинг бут снимай сразу. Все, договорились. В воде, в воде. Все, все будем снимать. Все будем фиксировать. Чемпионы, я напоминаю, что у меня есть и телеграм-канал, в котором я делюсь контентом, которого нет здесь на YouTube. Ссылочку на телеграм-канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, там приятная, дружеская, теплая атмосфера. Давайте будем на связи еще и в телеге. Ссылочка в описании. Вперед, друзья! Недавно попал я в опасную секту. Теперь вот на велике мчусь по проспекту и по шоссе, а дома станок, чтоб в непогоду крутить тоже мог. Я бегаю много, тренируюсь исправно. В бассейне бываю чаще, чем в ванной. Мне слабость и лень совсем не знакомы. Я делаю брики, объемы, объемы. Плавание здесь было непростое. Сам плавательный этап проходит в таком небольшом заливчике, и казалось бы, что все должно быть просто. Но не тут-то было. Во-первых, был довольно сильный ветер, как я уже говорил, и поднялась очень даже неплохая волна, которая, безусловно, внесла свои коррективы в плавание. Второе. Как видите, здесь натянуты канаты. Это видео я снял на следующий день после гонки, здесь уже нет буев, на самих соревнованиях буи были. Но все равно, вот эти вот канаты, они, как видите, такие провисшие, их сносят течением, и они немного дезориентируют. Буи, безусловно, помогали, но все равно ориентирование на плавание было какое-то довольно сложное. И не только у меня, я общался с другими ребятами, они все это подтверждали, плавание здесь действительно не самое простое. При этом самостоятельно нельзя за день, там, либо за два прийти и самому проплыть по маршруту плавательного этапа, потому что это не пляж, это закрытый канал, в который просто так нельзя нырнуть и поплыть. Но имейте в виду, что за два, либо за три дня, я уже точно не помню, приходила рассылка, и участники соревнования могли централизованно все вместе прийти и проплыть по маршруту плавательного этапа. Если вы прилетите сюда в Бахрейн на старт заранее, то обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы проплыть плавательный этап, посмотреть на ориентирование, посмотреть, как все происходит. Это будет безусловным плюсом. Имейте в виду, если прилетите заранее, обязательно придите на тестовый заплыв. Третье, но это безусловно уже только моя ошибка, я сразу же на плавание сел в группу, казалось бы, нашел неплохие ноги и доверился этой группе. И оказалось, что мы поплыли не туда и сразу же намотали примерно метров 50 лишних. Это хороший урок, потому что незнакомые ноги на стартах, это не всегда есть хорошо. Ноги, конечно, желательно выбирать того человека, которого вы знаете, в котором вы уверены, который хорошо знает трассу и прекрасно ориентируется на плавании. Имейте в виду. На выплыве. One life. Hey, Lord. Все, едем. И есть 200 километров. Что-то ноги пока что тяжеловатые. Надеюсь, вработаешь. Первые 10 километров велоэтапа мне дались катастрофически тяжело. Мне кажется, что это вообще были самые тяжелые первые 10 километров за время всех моих выступлений. Почему так произошло, что были с моими ногами и вообще в целом с организмом, я расскажу в конце этого видео, поэтому не переключайтесь, но пока что крутим педали дальше. Сел за французом с красивым именем Николя и еду в 12 метрах. Фух, так веселее гораздо. Николя, вези меня быстрее. Есть 30 километров
мой верный друг Николя по-прежнему передо мной. Фух, и ветер гуляет очень хороший. Фух, крутим. Велоэтап в один круг. Трасса довольно простая, набор около 300 метров, то есть практически плоская, ровная. Есть несколько разворотов, есть несколько довольно крутых поворотов. Но в целом трасса довольно простая, рабочая и должна была бы быть довольно быстрой. Теоретически быстрой, но на деле вышло совсем не так. Ветер очень хороший. Кусочек велоэтапа проходит по трассе Формулы 1. И это, конечно, прикольно. Промчаться по этой широченной дороге, которая, к слову, на мое удивление, далеко не самого идеального качества. Плюс прочувствовать всю эту атмосферу, это, безусловно, интересно. Едем по трассе Формулы 1. Ну и промчаться по дороге практически с такой же скоростью, как это делают гонщики Формулы 1. И, безусловно, с таким же звуком. Что интересно, мы ехали не только по самой трассе гонки Формулы-1, но и заезжали даже в некоторые закоулочки. И здесь конюшня, когда Формула-1 проходит. В общем, проехать по трассе Формулы-1 это, конечно, круто. Чувствуешь весь этот масштаб и хочется крутить еще мощнее. Драфтинг. Если и был, то минимальный, может быть, какие-то единичные случаи. Я лично сам видел одну группу, которая собралась, к ней сразу же подъехал судья, свистнул, все разъехались, ну и больше я не видел, чтобы они собирались. Ну, на самом деле, трасса в один круг, плюс участников не так много, собраться в группе и драфтить, в принципе, это довольно сложно было сделать. Поэтому по драфтингу претензий ноль. Ветер просто в стену как будто бы. Уперся. Жесть. Сам велоэтап такой рабочий, асфальт довольно высокого качества, пункты питания имеются. В общем, крути мощно и будешь ехать быстро. Если, конечно, ветерок не будет дуть тебе в лицо. Да, ветер был очень хороший, и я, откровенно говоря, на второй части дистанции просто загрустил. Последние 30 километров велодистанции – это прямая по шоссе, и на этот раз вышло так, что все эти 30 километров был встречный сильный ветер, и тут веселого, конечно, было совсем немного. Обязательно стоит сказать, что ветер дул в лицо не только мне, а абсолютно всем спортсменам, а многие из них проехали мощно и довольно быстро, поэтому претензии у меня, безусловно, не к ветру, а к себе, потому что я просто оказался не готов к такому ветру. Да, велоэтап, конечно, жесткий. Ветер лютый. Ну все, бежим. Полумарафончик. Чувствую, будет кайфовый. Кола, кола. 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 Кола.
Да, даже холодная кола на беговом этапе особо меня не радовала. И это, конечно, прекрасный показатель того, что состояние мое было далеко не самое лучшее. Первый круг есть. Пятерочка. Кстати, запотевшая камера на этих кадрах отлично передает атмосферу бегового этапа от моего первого лица. У меня в глазах была примерно такая же картинка. Нечеткая, расплывчатая и слегка затуманенная. В целом беговой этап довольно простой. 4 круга, рельеф полностью плоский, набора вообще нет. Пунктов питания достаточно, все хорошо. Единственное, что в некоторых местах была довольно узкая дорога и было проблематично обгонять других спортсменов. Но я уверен, что в следующие года организаторы сделают выводы и на этих участках дорогу сделают более широкой. Поэтому бежать здесь вполне комфортно, если, конечно, есть для этого силы. Есть половина бегового этапа. Еще столько же. Да, после такого вело бежится тяжело. Хоть сам велоэтап ровный. Фух. Ну тяжко, тяжко. Ну как ты, чемпион? Хорош, Юрий. Все хорошо? Отлично. Красавчик. Давай. Опа. Все замечательно. Фух. Гоу-гоу-гоу. Как видите, тяжело. Фух, ни одному мне. Смотрите, дедуля лупит, как молодой. А это, кстати, друзья, оказался обман зрения. Уже после гонки я посмотрел и узнал, что этот молодой человек выступал в возрастной категории 60-64 года. А мы-то с вами знаем, что в 60 лет все только начинается. И отличный пример этому мой папа, который в этом году в 60 лет пробежал свой первый старт по триатлону. И сделал это легко, в удовольствие и с улыбкой. Кстати, обзор этого старта есть на моем канале. Обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Поэтому в целом абсолютно ничего удивительного здесь нет. Что этот молодой человек в 60 лет бежал так резво. Вот и сила. 15 километров есть. И еще 6 километров чистого удовольствия. На каждом кругу дают такие резинки на руку, чтобы не сбиться со счету. А это, между прочим, уже последний круг. 3 километра до финиша. 2, 1. Финиш. Страдал я знатно. И прежде чем мы узнаем мнение других спортсменов о гонке в Бахрейне, я хочу рассказать о вероятных ошибках, которые привели меня к этим страданиям. Мой результат 5 часов 20 минут. И это, конечно, совсем не то время, на которое я рассчитывал и к которому был готов. Но это триатлон, и здесь далеко не всегда все идет по плану. Как я уже сказал, я летел сюда в Бахрейн с мыслями о личном рекорде, но. После гонки я проанализировал, что я делал до старта, и вывел, как мне кажется, несколько очень важных ошибок, которые я совершил. Сейчас я о них расскажу. Я надеюсь, что вы, как и я, собственно, сделаете выводы и сами никогда эти ошибки повторять не будете. Пункт первый. Стартовая неделя. Старт здесь в Бахрейне проходит в пятницу. Я летел в Бахрейн из Турции, из Стамбула, но жил предварительно не в Стамбуле, а в Алании. И расклад был следующий. В воскресенье с утра я откатал велотренировку, сел на самолет и в воскресенье вечером был в Стамбуле. В Стамбуле, возможно, вы знаете, не самая удачная инфраструктура для тренировок, особенно для вело. Кататься там просто физически негде и опасно. Плавать тоже я не особо искал варианты, и поэтому мне получилось, что 3 дня, понедельник, вторник, среда, не было ни вело, ни плавательных тренировок.
По плану у меня была вело- и плавательная тренировка в четверг за день до старта. И в четверг я поехал на регистрацию на велосипеде, хотел получить стартовый пакет и потом потренироваться. Но по пути на регистрацию закололся, а с собой у меня не было запасной трубки. Я поехал, естественно, на Экспо. В начале этого видео я сказал, что Экспо в полном порядке, там все есть, и там действительно все было, но все работало очень медленно. Мы нашли трубку, потом начали искать ленту, чтобы приклеить эту трубку. В общем, это все затянулось, и закончился весь световой день, и у меня просто не было физической возможности уже потренироваться, поплавать и поехать проехать на велосипеде. Соответственно, у меня получилось, что 4 дня, понедельник, вторник, среда, четверг, я не ездил на велосипеде, а не плавал еще больше 5 дней, потому что последний раз я плавал в субботу. Итого, получилось, что до старта я 4 дня не катал на велосипеде и 5 дней не плавал вообще. И, скорее всего, такое долгое отсутствие вело- и плавательных тренировок перед стартом сказались на моем организме, и на самом старте я чувствовал себя не особо свежо. Вы помните, что первые 10 километров велоэтапа вообще я не понимал, что происходит, ноги были просто какие-то деревянные, они меня не слушались и не крутили, не выдавали никакую мощность. Плюс на плавании тоже, да, там была волна, да, было сложное ориентирование, но я проплыл слабо, не по своему времени. В общем, я так думаю, что вот этот момент, долгое отсутствие вело- и плавательных тренировок сказались на таком не самом лучшем моем состоянии. Второе. Не самая удачная логистика. В Бахрейн я летел из Стамбула, это был прямой рейс, но он был ночной. Летел я со среды на четверг, старт я, напомню, в пятницу, то есть самую важную ночь за день до старта я провел в самолете. Конечно, я прилетел, сразу лег спать, но это было примерно в 6 утра, когда я только добрался до гостиницы и лег поспать, ну, примерно часов до 12. То есть самая важная ночь, а самая важная ночь, мы все прекрасно знаем, за день до старта, я ее не использовал по максимуму. То есть я поспал всего 6 часов, и большую часть этой ночи я был в дороге, был на ногах, то есть недовосстановился, и сна было мне явно недостаточно. Это вторая, на мой взгляд, очень важная причина не самого лучшего состояния. Третье. За пару дней до старта я немного простыл. На самом деле это довольно обычная и типичная ситуация, потому что организм на стартовой неделе находится на пике формы, он довольно уязвим в это время и довольно легко простудиться. Это ничего необычного здесь нет, но все это наложилось на одно на другое и тоже, мне кажется, дало о себе знать. Итого. Какие выводы я сделал? Стартовая неделя, безусловно, очень важна. И делать такие большие пропуски в тренировках, это не есть хорошо. Даже если вы до этой стартовой недели очень хорошо подводились, сделали хорошие объемы, хорошую интенсивность и так далее, можно все смазать вот такой последней неделе, предстартовой, если у вас получится вот такой вот большой отрезок без тренировок. Далее, это такая ошибка новичков, можно сказать, детская ошибка, но даже я со своим опытом, как видите, ее допустил. Я прилетел на старт, у меня не было с собой запасной трубки. Если бы она была, то после прокола я быстренько бы просто ее поменял и успел бы проехать на велике и привести себя в тонус, привести себя в порядок. Далее, я уже говорил, что здесь, в Бахрейне, нельзя просто так прийти и поплавать по маршруту плавательного этапа, и в принципе там особо нет пляжей, негде плавать, поэтому в моем плане тренировочном было в четверг перед стартом приехать, прокатиться на велике, а потом еще поплавать, но плавать там физически просто было невозможно, потому что это запрещено. Это тоже имейте в виду, уточняйте, узнавайте заранее. Я об этом не знал, и хоть у меня все равно не было физически времени, чтобы поплавать перед стартом, потому что я закололся и долго решал этот вопрос, но даже если бы это время было, то поплавать я бы просто не мог. Это тоже очень важно. Далее, логистика. Это, конечно, тоже очень важный вопрос, который нужно продумывать заранее, тщательно и очень взвешенно. Как я уже сказал, я летел ночным рейсом в ночь за день до старта, в самую важную ночь, когда нужно выспаться, когда нужно набраться сил. Я эту ночь провел в самолете, на ногах, пока прошел там регистрацию, получил визу, пока доехал до отеля и так далее. И 100% я не довосстановился после дороги и не выспался. Это, естественно, я почувствовал, ощутил на себе. И, естественно, не добрал из-за этого сил, что 100% сказалось потом уже на гонке. Далее, легкая простуда, как я уже опять же сказал об этом ранее, это обычная ситуация, но тем не менее старайтесь стартовую неделю беречь, где-то не сидеть на сквозняке лишний раз, теплее одеваться, либо наоборот прохладнее, чтобы лишний раз не пропотеть и где-то не продуло.
Если вы рассчитываете на хороший результат, хотите обновить лишний, то здесь нет мелочей, это триатлон, здесь все взаимосвязано. И видите, одна мелкая деталь, где-то еще мелкая, и все скопилось, собралось в этот огромный ком, накатилось на меня, и из этого вот такой результат 5.20. Да, был ветер, да, все было не так радужно, но тем не менее, другие ребята показали хорошие результаты, и я тоже мог показать хороший результат, но вот такая совокупность всех этих ошибок, все они собрались воедино, и результат 5.20 как следствие. А мы все прекрасно знаем, что триатлон это самый объективный вид спорта, и результат здесь отражает готовность спортсмена. А готовность состоит из разных кубиков, которые собираются воедино. Вот так вот, друзья, я перечислил свои ошибки, которые я увидел, которые я проанализировал. Надеюсь, что вы их поняли, записали себе в голову, может быть, где-то и в блокнотик. И надеюсь, что вы научитесь на чужих ошибках, не будете их повторять. И прилетите сюда в Бахрейн, либо на любой другой старт, и будете устанавливать личник, не совершая такие ошибки. И все будет хорошо. Ну а теперь возвращаемся к финишной арке и узнаем мнение других спортсменов об этой замечательной и совсем непростой гонке в Бахрейне. Я тебе обещал, перестал. Красавчик. Второй. Обещал? Обещал? Сказал, сделал. Сказал, сделал. Вот так, ребята. Не надо просто говорить. Красавец. Это машина. Хорош. Are you okay? Лучше и не скажешь. Медаль, конечно, с каждым разом все больше и больше. И скоро, мне кажется, будет такой, как арбуз. Давай скоро медаль. Неприятно, конечно. Как зашло? А, ну так, ветер хапанул. Да, ну как бы не могу сказать, что это легкий старт. Не легкий. Турция это легкий старт. Здесь сложнее гораздо. Поздравляю. Да, старт реально нелегкий. Приезжаем в Бахрейн. Там быстрая гонка. Говорили они. Congrats! Well done! Thank you! That was amazing, man! Железная леди! Ну как оно? Отлично! Как ветерок есть? Хороший ветерок? Да, хороший ветерок. Ну все получилось? Да, все, ну хотелось чуть побыстрее, но ветерок внес свои коррективы. Это да. Ну всегда же хочется побыстрее. Поздравляю. Да, да. Благодарю. Немного соли вам в ленту. Не все так просто, друзья, как я и говорил. How are you? Huh? It was hard? Too much hard. It's the first time for me doing a triathlon. Ironman 73. It's hard. Great. Congrats. Thank you so much. You're the best. Thank you. It was hard. Yeah. Это было тяжело. Ребят, как гонка? Хорошо. Хорошо? Быстро? И в удовольствие? Шикарно. Ветер особенно. Ветер всем понравился, да? Красавчик. Поздравляю. Красавчик, да. Да, вижу, ветер всем понравился. Да, есть еще один немаловажный нюанс, который сильно склоняет чашу весов в пользу того, чтобы приехать на старт в Бахрейн. Друзья, прилетать в Бахрейн нужно, если не за личным рекордом, то как минимум за классным мерчем. Вы помните, классный рюкзак здесь дают, плюс еще кепку. И что интересно, не майку финишера, а куртку финишера. Вот такую вот клевенькую курточку дают уже после финиша. Ну и, естественно, огромнейшую красивую медаль. Чемпионы, здесь на гонке в Бахрейне есть очень важный нюанс. Не удивляйтесь, что после старта здесь довольно скудная зона восстановления, практически нет питания, как это обычно бывает на стартах Ironman. Обязательно приходите вечером на награждение. Здесь, в Бахрейне, это прям настоящий праздник. Целый отдельный шатер с клевым фуршетом, с классным представлением.
Туда можно прийти всей семьей, не нужно никаких там билетов покупать и так далее. Просто приходите вечером, узнаете время, естественно, оно будет в рассылке. Приходите всей семьей, с друзьями, там будет классное питание, классное награждение, и все будет супер. Имейте это в виду, вечером награждение, прийти это просто обязательно. Go, 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 go! You're the best, go! Thank you! Последние ребята финишируют. Красавчики, что сказать. И еще немного про награждение. И если вы хотите отобраться на чемпионат мира Ironman, то здесь в Бахрейне, в принципе, все условия для этого созданы. Во-первых, не так много участников, а слотов довольно много. Во-вторых, в следующем году чемпионат мира на половинке Ironman пройдет в Финляндии, и местные ребята далеко не все хотят лететь в Финляндию. Это сложно, проблематично, возможно, дорого, и много других есть препятствий, поэтому многие из них отказываются. Я занял в своей возрастной группе 36 место со своим далеко не самым быстрым временем, и все равно, скорее всего, получил бы возможность купить слот на чемпионат мира. Но я не отслеживал, честно говоря, да и с моим белорусским паспортом. На данный момент, к сожалению, на чемпионат мира дорога закрыта. Я знаю парня, который в другой возрастной группе занял 44 место и получил слот на чемпионат мира. Поэтому здесь, в Бахрейне, отобраться на чемпионат мира, конечно, есть все возможности. Ну что, друзья, вот такой вот классный старт в Бахрейне. И если не будет ветра, то вполне возможно, что эта гонка может быть очень даже быстрой. Поэтому занимайтесь триатлоном, приезжайте сюда, и все будет good. Хороших вам тренировок и стартов. Пока! Недавно попал я в опасную секту. Теперь вот на велике мчусь по проспекту и по шоссе, а дома станок, чтоб в непогоду крутить тоже мог. Я бегаю много, тренируюсь исправно, в бассейне бываю чаще, чем в ванной.